Консоль, бан, дигидон, дон, дон. Сними бан! Воу, уже слышишь? Что мне делать, а? Как вот теперь быть? Не, не открывай, нигде не открывай. Да. Что ты натворил? Да что мне делать? Да, проходите, пожалуйста. Здравствуйте, участковый. На вас поступили соседи жалобы. Представьтесь, пожалуйста. Петров Андрей Николаевич. Да. Дима, сейчас поедем в отдел. Никуда он не поедет. Там составим протокол. Он никуда не поедет. Вы тоже поедете. Да? Давайте, что это такое? Собирайтесь. Всем привет, дорогие друзья, нет времени объяснять, просто решил в невидимке последить за игроками, как они себя ведут. Есть такой ник Дигидон Дон Дон, он хладнокровно ломает чужой дом, да, то есть я покажу вам. Вот, он ломает, это просто чей-то дом, давайте поставим спид 3. Так, он что у нас здесь делает? Он прям все ящики, все ломает. Все прям ломает. То есть у владельцев есть доступ к регионам. Почему я не забираю этот доступ? Потому что я как раз таки хочу ловить людей и делать выпуски и показывать людям то, что я их максимально наказываю. То есть поэтому есть доступ у людей ко всем регионам. Вы это в донате прям можете видеть. А он донатер у нас, владелец сервера. Он прям в наглую ломает весь дом. А, так, стойте. Так, он делся куда-то. Погодите, нам нужен диги. Куда он делся? А, вот, он сюда пошел. Что будет делать? Два обычных игрока. Что будет делать? Опа, опа, он убил его, видели? Он убил его. Так, смотрите, что еще будет делать. Опа, кикнул, он его кикнул. Все видят, да? Дигидон-дон-дон, кик Данил. Он просто творит беспредел. Все мы это видим. Он просто одного убил. Так, куда пошел? Так, он куда-то летает. Он меня не видит, если что. Дигидон-дон-дон, бан Доктор Дум. Читер. А, он вернулся ломать дом. Смотрите, что творит. Он просто забанил игрока. Дигидон, бан, Доктор Дум. Все это есть. Да, люди могут банить, могут кикать, могут доступ к регионам делать. Это все владелец сервера может. Владелец сервера даже может менять свой префикс. То есть это в их правах, да, но он безосновательно при мне сейчас это сделал. Без всякого на то основания. О, к себе телепортировал. Тихо. Что будет делать? У меня уже достаточно у него материала, как перед вами игроки мои, зрители мои. Доказательная база имеется у меня на руках в виде ролика, который я буду делать. Опа! Все, он его убил. Он ему килл прописал. Я другого не ожидал. Он просто... Я не знаю. Сейчас надо с ним связываться, потому что он так и дальше будет беспределить. Всех ломать. Всех ломать. Уже заговорился, ребят. Всех убивать, и поэтому нужно с ним связаться. Давайте пропишем В. Типа появимся перед ним. Наоборот, вырубим. Так. Стой! Так, что-то 3 секунды. Я, как видим, пупок владелец, да? Стой. Го вместе играть. Я тоже владелец. Го вместе играть, я тоже владелец. Давайте чат увеличим немного. Ну, что ты молчишь-то? Мы вместе играть. Говори Skype. Ну что же ты молчишь-то? Давай, отвечай мне. Чё ты с топориком делаешь? Нет? Почему ты молчишь? Так, надо с ним как-то связаться. Ему, видимо, все равно, что я ему пишу. Давайте ему еще раз напишем. Го вместе играть, я тоже владелец, говори Skype. Тебе Захар? Чего мне Захар? Я владелец. Го вместе дома ломать в Skype. Я владелец, го вместе дома ломать в Скайпе. Надеюсь, я, ребят, убедительно пишу. Сейчас. Давайте. Го, вот. Дигл, Дигл Даг 228. Сейчас он еще будет топориком здесь орудовать, блин. Дигл Даг 228. Окей, ребят, сейчас буду звонить, секундочку. Алло, что надо? Алло, здравствуй. Я с тобой поиграть хочу. Зачем? Ну, потому что я такой же маленький и хочу, как бы... Да, я слышал твой голос настоящий, что ты мне брешешь. Погоди, а мне твой голос что-то знаком. Я тебя первый раз вижу, человек молодой. Погоди, что-то знакомый голос, правда, у тебя? Какой у меня голос? Обычный голос. Ты грифер? Да, и чё? Ну, значит, может, я тебя уже... Подожди, скажи еще что-нибудь. Чё тебе надо? Я что-то прям узнаю голос. И чё?
Стой, ну, ты... я не узнаю. Так я же уже тебя... А, точно, я с тобой тогда снимался, я уже раз 10 покупаю тут у тебя привилегии за 500 рублей. Да, я тебя узнал. Ты зачем такое делаешь? Какое я делаю? Мои привилегии забираешь вообще. Да, ты потому что ты опять сейчас... Я не зря постоянно тебя попадаю, потому что ты полсервер уже поломал. И чё мне посрать? Но я сейчас опять тебя привилегии лишаю просто. Да, тяжело. Я уже не буду с тобой ничего снимать, поэтому... Ага. Да-да. Да-да-да? Стой. Да-да-да. Да-да, погоди. Да-да. Секунду, да. Секунду, Пекс, секунду. Только попробуй! Еще одни твои... Слышишь ты? Деньги улетели, так сказать. Ты мне деньги должен. Подожди. Слышь ты! Нет! ГМ 0. Ты чё? Как там? Охренел? О, уже ГМ не включен, да? Что ж такое? Уже, верни! Уже летать не можешь. Охренел! Верни! За что вернуть? Верни мне, моё! Бан, дигидон, дон, дон. Всё, я ты даже... Ты чё, охренел? Консоль, бан, дигидон, дон, дон. Я даже церемонить с тобой не буду, ты уже не попадался. Слышь ты? Поэтому, давай, пока. Я, наверное, сбрасываю тебя. А чё мне делать? Чё делать? Всё, исправляться, не знаю... Ну, удачи желаю. Удачи? Да. Мне удачи желаешь? Да. Да? Сними бан! За что я бан не сниму, друг? Да сними ты мне бан! Ты уже 10-й раз у меня ломаешь все вещи. Ты чё? Ты мой серф один уже испортил половину раз. Ты чё? Нет, друг, давай, пока. Стой! Нет! Всем пока, дорогие друзья. Я не знаю, буду выкладывать ролик или нет. Наверное, буду. Чё, я зря все это снимал. Всем пока, дорогие друзья. Заходите на сервер. Всех рад видеть. До новых встреч, друзья. Всем пока. Еще один минус один грифер. Всем пока. Всем привет еще раз, дорогие друзья. Попрощался с вами в последнем кадре. Видимо, это было зря. Чувак в скайпе написал: друг, помоги, едет полиция. Этот же самый чувак, которому я сейчас вел разговор. Я просто уже не дома у него, на спамне здесь нахожусь. Я не знаю, что у него случилось. Но раз он так пишет, быть может, будет что-то интересное. Если ничего интересного, я просто этот ролик не выложу, вообще ничего не выложу. Поэтому давайте им позвоним, мало ли что у него там происходит. Алло. Ну, моей маме уже звонок был. Какой звонок? От кого? От полиции. О, милиция. За что? За то, что я кричал. Да. Можешь не доказать то, что я не кричал? Каким образом я докажу? Ну, сказать, типа, что не кричал. Ну, не знаю, ну, наверное. А все, серьезно едет полиция? Да. Не, ну если реально полиция едет, если что-то такое будет, я скажу, как, ну. Во, уже слышишь? А что мне делать, а? Как вот теперь быть? Как мне, что я сейчас, вот открою? Не, не открывай, нигде не открывай. Да? А как же, если они звонят? Как им? Ну, не знаю, не открывай. Ну, если вот пожаловали, соседи, я не могу открыть. Ну, не открывай. Ну, как, скажи мне. Ну, не что надо, ты натворил? Пожалуйста. Да что мне делать? Не знаю. Не знает он. Молодец. Не надо. Умница, тебе могу одну сказать. Взял, накричал, орал на весь дом. Ну чё? Все вызвали полицию. А мне что делать? Ничего, не надо. Так-то ничего. Как я не могу открыть, все вон звонят в дом. Этот, уже 100 раз звонили. Ничего. Ничего. Ну все, я пошла открывать. Не надо, нет. Как это нет? Все, я открываю. Извини меня, уже вызвали полицию соседи. Ну а что делать? Здравствуйте. Да, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Участковый. На вас поступили соседи жалобы. Представьтесь, вот, пожалуйста. Петров Андрей Николаевич. Вот. И что теперь? Как мне быть с тобой? Что вы? Докажи, что я не кричал. Какой протокол? Никакого протокола, если не будет. Так. Что ты? Да ничего. Так. Постоянно жалуюсь. Видишь, теперь все от тебя. Скажи, что я не кричал. Тихо. Я тебе говорила, не кричи, не кричи. Тихо. Мальчик, как тебя зовут? Скажи, что я не кричал. Закрывай мне рот. Мальчик, как тебя зовут? Дима. Дима. Дима, сейчас поедем в отдел. Никуда он не поедет. Там составим протокол о правонарушении. Вы тоже поедете. Да? Да. Хорошо. Скажи, что я не кричал. Нет, он правда не кричал. Правда. Да ладно. Вон все жалуются. Вообще-то соседи пожаловались. Не надо. Ну, что не надо? Вот, я его... Так, протокол составим. И все. Хорошо. И хорошо. Ну ты мне больше все. Играть не будешь, а так вот орать, ясно? Маму позорить, а? Давайте, что это такое? Собирайтесь.
папа на работе, а он маму позорит. Пока. Пока. Давайте, собирайте. Смотрите, ребята, реально, видимо, пришел полицейский к ним. Нифига себе. Ну, ребят, я правда, я не думал, что так все серьезно, там он уже плакал. Ну, я думаю, ничего страшного, надеюсь, не будет. Но я пытался, правда, сказать, вы сами слышали то, что там какой-то крик был, я даже не смог слово свое вставить, но я хотел реально быть на стороне школьника. Я, конечно, наказываю гриферов, но не такой степени, чтобы их в полицию забирали, и как бы это, ничего хорошего в этом нет. Поэтому, что я хочу сказать... Я сейчас вышел из скайпа, чтобы никто не мешал. Я хочу сказать, чтобы вы, ребята, писали, например, в комментариях, типа, школьник, держись, или там, грифер, держись. Я был на стороне мальчика, на самом деле. Пусть он дома ломает, но как бы не заслуживает он, естественно, чтобы полиция забирала. Пусть мама с ним беседу ведет. Ну, я не знаю. Я как-то... Я не против был бы помочь. Мне не трудно. Я хотел вам помочь, но, видимо, его заберу. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за внимание. Хочу еще раз напомнить то, что всем админка на сервере, абсолютно всем, кто сюда зайдет. IP в описании ролика, заходите, у нас много интересных плюшек. Ну, не до плюшек, на самом деле, жалко же мальчика. Ладно, ребят, всем пока. Опять я без настроения как-то остался. Всем пока.